Всем привет, дорогие друзья! Транслирует и вещает Хакман. Сегодня мы продолжаем играть в игру под названием Borderlands. Со мной будет играть Нарин. Привет. Че, поехали? Давай. Ты помнишь, на чем мы там остановились? Нет. Ладно, сейчас вспомним. Я, честно говоря, тоже не помню. Так. Что у нас куда-то тут? Вернуться надо. Что? Вернуться куда-то надо. Найти точкомат. Точкомат в процессе. Так. Если кто-нибудь поблизости Фаерстоуна, только сможет добраться до точкомата, это к югу от города, там не был замечен активность уже несколько месяцев. А ты уже нашла почему-то. Ну, это... Иди, дойди до него тогда. До кого? Ну, вот этот вот товарищ. Так я была у него, он мне рассказал, что надо. Могу помочь. Я ну? Вообще никак. А может сюда надо? А нет. Подожди, найти точкомат, возвращайтесь. Вот у тебя, у тебя вон горит. Куда нам надо идти? Кажется, на этом все. Пойдем до этой штуки. Вот так где уже убежал. К тому мужику, наверное, нам надо дойти. Вот зверьё. Давай охренели, что ли? Стой, там справа. Да блин, да откуда вы взялись? Сними этого. Да я пытаюсь. Блин, откуда вы, твари, взялись? Блин, сколько их? Да все, все. Ну страшно как. Нет, не все. Да блин, откуда они берутся-то все? Вашу же мать, ты когда вы закончите? Задолбали. Хоть в голову стреляем. Сволочь. Все, пошли. Деточкомат, возвращайтесь. Куда-то сюда показывает. Так где еще? Получить награду. А, все. Чиню курьера. Все. Вот к этой херне надо было. Так, задание Варюга раздолбай. Взять модуль. Убить раздолбая, взять модуль. Взял я убить раздолбая. Взять модуль, да. Так. Раздолбай, это не тот самый, который мы это самое.
как его, ну как, с кем мы торгуемся, это не он разве раздолбай? Не, да походу ладно. Не он. Не, он смотри куда-то сюда показывает. Со мной идешь? Никто убежал. Бабло нужно, возьми. Так. Чуть 21 бакс. Да, вон, только. Только надо это. Не, это с другой стороны пошли. С другой стороны, откуда мы. Дальше откуда вперед. Эти говнюки приходили, нам туда пошли. Ты за мной идешь? Да иду я. Просто там перепрыгнуть можно было. Сейчас собаки опять набегут. Ну пусть бегут. Пойдем только вместе. Так, что у нас с жизнью? Нормально? Пошли. Нам сюда, короче. Вот у тебя больше жизни, чем у меня. У меня и уровень прокачаннее. Почему? У меня 8. Да? Нет, у тебя 7. У меня 8. Так, тихо, пока никого нет. Вон там часовой. У тебя снайперка есть снять? Знаете ли вы, что нацелит перекрестие прицела на врага? Вы сможете увидеть на тактическом дисплее уровень, здоровье и силу щита противника. Чем выше уровень врага, тем он опаснее. Если вы видите череп... Он с броней. Ни хрена себе. Как бороться за жизнь? Я... Так, аккуратнее надо с ним, с этим. Держись. Не, нам надо как-то по-другому. Пойдем. Нам как-то надо по-другому что-то придумать. Так, у меня есть дробаш. Что у меня еще есть? Пестика, дробаш, да? А гранат какие-то еще. Только я забыл, как им пользоваться. Тут есть куча. Еще. Вон они идут. Аккуратнее. В голову стреляй. Старайся. Ну, я стараюсь, но что-то какая-то корявая. Дешевый рецидивист. Нет, это говно, а не пистолет. Ну, продать так же можно. Так, стоп. А что у меня еще-то можно взять? Дробаш. Сейчас давай посмотрим, что у нас тут еще есть. Взрывная модульная граната. Как им пользоваться? 16 колочек, фанерный снайпер. А, у меня тоже снайперка есть. Сейчас мы попробуем с их поснимать отсюда. Давай только аккуратнее, знаешь? Чё там? Я ищу гранату. Чё ты так не нашла? Вот, ножа, по-моему. Да. Ну, попробуй. Да, ножа. Он меня там даже не слышит. Так. Вон они, логово говнюков. Так, смотри, они аккуратнее. Отойди назад. Назад отойди. Они еще сзади. Да откуда? Я бессмертен! Так, стоп, давайте подлечу.
Стоп, аптечка. Какая? Аптечка. Все. Еще аптека. А тут у нас здоровье. Стоп, там еще он есть. Снимай их. Ты будешь так кричать? Да блин. Ты хочешь порку? Тварь, а? Так, тебя не спас, да? Давай, я тебя жду. Блин, чё-то снайперка слабенькая какая-то. Блин, опять идет. Так и будем. Стреляешь по нему? Он ушел по. Он сейчас придет. Вон он. Черт, он прячется, тварь. Промазал. Да что такое? Че я мажу-то? Так, мне надо подлечиться. Подожди, может, кого-то не залезть сможет. Что, может, с пестиком? Ты куда? Да попробовать поверх, может. Или обойти с другой стороны. Ты чё, сдохла совершенно? Нет. Я просто... Ты помираешь. Йо, а чё-то в натуре. Я не пойму, какого... Чёрт. А как тебя там выглядит? Да, я сдох опять. А почему? Как они меня так быстро сняли-то? Так, аккуратней. Мы надеемся, вам понравится наш новый вы. Блин, какие они твари. Либо мы с тобой плохо прокачиваемся, либо эти пацаны реально крутые. Держи Е. Удержи Е, блин. Что самое интересное, они вот сюда вылезают. Они не такие крутые. Да. А ты вот R там... Нажми, перезарядись. Что? Перезаряжаться не забывай. Да это само собой. Аккуратнее с ним. Отойди от него. Ты жива? Да как? Блин, а я не пойму, а чё не так? Ты подлечись, пожалуйста. Да лечусь. Так я не пойму, какого хера. Ты где? Боеприпасы. Это 9-й, да, уровень уже? Да. Так, закаленный. Увеличение максимального здоровья, повышение максимального заряда щита. Все, что ли? Да. Все, короче, здоровье. Подделал. А где он там подделывается? А вот в этом рюкзачке посмотри. Да, вот. Типа вот здесь вот смотри у тебя. Да. Читай, что там у тебя есть. А у меня к здоровью тут вообще ничего нет. Почему? У тебя должно быть.
Вот что это? Череп у тебя какой-то там. Значит, а, вот. Нет, не то. Стоп, ты где тебя бьют? Блин. Я по тебе почему-то начал лупить. Афина, друг. Иди вон подлечись. Так, я полная. Давай все-таки пойдем. Иди этих... возьми аптечку. Где? На том сзади. Угу. Так, стой, давай сейчас все-таки потихонечку с тобой пройдем. Так, с пестиком лучше. Малый пузырек с лекарством. Так, пойду-ка наверх. Ух ты, какой он! Раздолбай, нихера себе. Ты видела? А где он? Мощный пацан. По башке ему стреляй. Он мне там ведро. Так. Нихера себе. Крутой пацан. Так, он меня убил, тварь. Так, держись, я бегу. Держись, я бегу. Тебя тоже убили, да? Конечно. Пошли. Аккуратнее только. Даже моя курица не помогла. Какая курица? Ну, у меня этот там. Птиц. Сколько мы тут трупов положили, капец. А можно гранаты в него зарядить? Блин, он опять с жизнью. Кто он в тот раз был? Тихо-тихо-тихо. Ты куда на него пошла-то? Ну и куда ты? Я тебя уже не воскрешу. Ой, мне ногой фигурит. Да ты охренел, что ли? Еще и боеприпасов нет, охереть. Да охренеть вообще просто, откуда вы беретесь, твари? А у меня ничего нету. У меня нет ничего. У тебя есть что? Да у меня, да, есть. А как его выбросить? Ты уже его использовала. Вот я один выбросила. Спасибо, конечно. Слушай, а кто это там рычит? Ты слышишь? Да, я слышу. Похер. Так. Он сейчас опять теперь восстановленный, да? Да. Он теперь опять восстановленный. Прикинь, его надо за один раз его развалить. Но у меня теперь нет. Может пойти за чем-нибудь? Погоди, у меня есть. Может оружие пойти покруче купить? Я сейчас его с дробаша.
какой же он тварь, а? У тебя гранатки еще остались? Ну да, две. Давай вот с двух сторон сейчас. Закидаем. Обходи его. Охренеть, как он лупит, а? А он вообще не убивает. Блин, ты идешь до меня, нет? Нет, я пока не иду. Черт, я сейчас сдохну. Ты до меня идешь или нет? Я сейчас сдохну скоро. Ты сейчас сдохнешь, иди одежду, иди шмотки брать. Блин, он восстанавливает опять щит, тварь. И с ним ничего не сделаю я. Ну ты где там? Да я смотрю, чем-то можно это... поубивать его. У нас пока все равно оружия другого нет. Да вон купить можно. Ну и чё там, херня теперь какая-нибудь. Лучше бы мне помогла здесь. Сейчас приду помогу, чё ты истеришь? Да пока ты придешь, он меня убьет. Ну, значит, судьба у тебя такая. Да. Блин, он щиты восстанавливает. Так же, как и я. Ну, сейчас идем. Я с новой пушечкой. Ну, где твоя помощь? Я уже лечу. Плохо ты летишь. Я вообще как этот. Все, он меня убил уже. Черный плащ. Ну и чё? Все, я сдох. Спасибо тебе, конечно, за помощь. Все для тебя. Давай как слаженно играть, а не... Давай. Если мы так будем раздолбанить, то ни хрена мы ничего не сделаем. Стой тогда, не ходи никуда. Я сейчас попробую тоже пушку какую-нибудь купить. Там что-то этих нет, винтовок. Но если тебя подстрелят, ты скажешь мне спасибо. А пушки не здесь. Я знаю, у него, наверное, да? Нет, вон там автомат стоит. Но у тебя вот он. Просто... А, со Сталином? Угу. Вы достойны только так. Самого лучшего. Улучшение дробовик. Если емкость магазина кажется вам недостаточной, два агрегата 15. Вашу проблему. Так. Больше пуль. Теперь SPS, оптический винтарь. Нет. Магазинами. Дешевый винтарь. Так, а у меня что? Давай сейчас. Дамский пальчик. Двойной рецидивист. Нервный снайпер. X11. 6 пуль по 11. Короче. Двойной рецидивист и дамский пальчик. Короче, двойного рецидивиста надо продать.
Правда? Высокую убойную силу, скорострельность и амортизацию отдачи. Так, продаю. Щиты. Так. Улучшение. Вышел инвентарь. Есть еще и оптический инвентарь. Блин. Так, если я поставлю дешевый инвентарь. Так, что тут еще есть? Дробовик, ужасный осколочник. Если к нему. Щиты, боеприпасы. О, денежки. Лягучая граната. Так. А у нас деньги один на двоих или нет? Что? Деньга одна на двоих, нет? Да вроде нет. Так, а чё-то не пойму, где здесь сравнить, интернадеть. Рюкзак полон. Ужасный осколочник, ужасный осколочник. 8x11. 6x11. Короче, вот это можно продать. Атлант, и вы узнаете, каково это обладать силой богов. Так, это я продаю. Теперь у меня есть дробовик. Я же вроде улучшение покупал. Так. Так. Щиты, модификаторы, оружие. Гранаты, щиты. Емкость 78, перезарядка 13. О, тут есть щит другой. Щит себе поменяй. Ну, вот какой-то крепкий или ферный. Не-не-не-не, у тебя посмотри, что у тебя есть. Посмотри у себя. Стоит стандартный. Вот. Сюда. Залезь в рюкзак. Вот, и посмотри. А что, у тебя ничего нет? Ты что, все продала, что ли? Ну а чё, у меня больше ничего нету. В рюкзаке у меня не было хорошего щита. Возьми себе. У меня вот. Вот они. Ищи емкости получше. Не было у меня хорошего. Вот он, у меня денег не хватит на него. Так, единственное, я не пойму, а где. Дешевый. А почему вы мне можете позволить? Я вроде должна. Мочь. А, он 1022 ставит. Так, скорость перезарядки. Ну, вроде бы все. Так, это у нас ты, да? Так, ну чё, погнали. Блин, я хочу убить этого говнюка. А, у меня боеприпасов нет. Пистолета. Снайпер без снайперского пульта не более чем парень с винтовкой. Найдите пульт, который подходит именно вам. Надо денег.
зарабатывать, чтобы щит купить получше. Хиперион, оптический прицел. А это пистолет или револьвер у нас? Не знаю, он у меня. Вот он. Какой-то. Непонятно. Где тут написано? Гиперион. Ладно, давай проверим, что это. Самое лучшее оружие можно найти. Патроны к пистолету. О, пистолет этот. Так. Теперь улучшение пистолета. Восстанавливать боеприпасы и даже исцелять. Увеличили максимум боеприпасов, отлично. Так, патроны к пистолету. Еще так, отлично. Теперь гранаты нам нужны. Гранатами его закидать нахер. А где их купить? Вот рядом стоит ларек с патронами. Там у меня всего одна граната. Вот тут все програбили уже, походу. Не позволяйте Алому копью взять верх. Купите себе. Пойдем лучше, чем убивать. Крушить. Шиня, граната. Могу себе позволить. Ладно, пошли, да. Нельзя никакие побочные квесты брать. Пошли, давай, нам на этот надо раздолбая убить, пойдем. Вот этот раздолбай. Раздолбай уже задолбал. О, ты смотри. Раздолбал, раздолбай. Так интересно, бегаешь? Да и вообще какой-то чудик. Ладно. Так. Значит, смотри, тут остался этот раздолбай. Где он там? Вон он, гранатами его сейчас закидываем, короче. Я курю. Там живая? Ты живая там? Кончились. Где патроны брать? Да ты чё? Зашибись. Тебя чё, убили что ли? Нет, меня не убили, у меня патроны кончились. Как это патрон? Ты же стоял у автомата. Почему себе патрон не по... Не они взяла? Вроде были, понимаешь? Ну что значит были? У тебя же есть индикатор патрона. Он пишет, что нет боеприпасов и все. А тебя убили, да? Да, меня убили. Куда ты пошла? За боеприпасами. Отлично. Давай как-то... Да я что-то не пойму. Блин, они этот раздолбай сраный. Давай,
были. Я бы с тобой сейчас поделился бы. А какие-то определенные патроны в этом гипере? Конечно. Блин, опять-то раздолбай, там целую команду набрал. Ну что покупать-то нам, я так и не пойму. Как пистолет или как почему? Где? Нет, это не пистолет, это автомат у тебя. Это автомат? Ты откуда вы, твари, беретесь, а? Давай быстрее приходи. Я не знаю, какие покупать мне патроны. Открой оружие свое. У тебя нет этого. У тебя, подожди, уровень 6. Вот, видишь? Тебе написано. И вот такие же патроны тебе нужны. Вот эти? А, вот. Да. Пистолет-пулемет. Как-нибудь можно предыдущие продать? Что-то нашла? Нет, нашла. А можно как-то, говорю, продать те, которые тебе не нужны? Можно. Тут тебе надо продать, да, вот сюда. Блин, этот раздолбай сраный. Ладно, будем пробовать. Идешь ко мне? Нет, я что-то почти всех перебил. Ты подожди, давай сначала. Может обойти как-нибудь? Как ты его обойдешь? У меня гранат нет. У меня есть. А, не, у меня тоже нет. Сзади. Чё, ты его убить не можешь? Блин, когда же этот раздолбай-то, когда же мы его развалим тоже? Раздолбай, получается, мы, а не он. Угу. Где-то впереди там. Блин, у меня щита нет. Охренеть, да как так-то? У меня же жизнь были сколько. Иди меня под это, подлечи скорее. Да куда ты на него лезешь-то?
Не надо на него лезть. Ну и чё? Не надо на него лезть, его надо отстреливать с этой. Слышишь меня? Угу. Ну а и что ты в итоге добился? Он сейчас опять себе команду этих своих швалей наберет. Все, у меня походу деньги закончились, да. Ой, я нашел раздолбая. Так, он меня пока не видит. Так. А, я тут на лазечку нашел. Может получится вот так? Сейчас, погоди, да. Так что-то он какой-то прям жирный капец. Ты идешь за ним? Я иду. Прям какой он жирный, ты смотри, а? Ты его все бьешь? Да. Бьет? Почти. Давай, давай, давай. Я сейчас курочку. Все, развалил его. Какой ты молодец. А я пойду денежку соберу. Ты хитрожопая какая. Как нормальная баба, что-то. Нормальная баба. Конечно. Все в дом. Ну ты за меня еще тоже собираешь. Да? По идее, да. Ой, какой ты. Оружие какое-то новое взяла, фиолетовое, к столом. У него пушка там крутая, надо ее взять. Все, я полная. Ну, и ходи теперь. Ты пушку его не взяла? Взяла. А какого хрена ты пушку берешь? Ну, все лучше девочкам. Угу. Модуль надо взять, ты взяла, да? Да, по-моему, взяла. А что за пушка-то? Сейчас посмотрим к столом. А какой уровень нужен? Третий. Надо попробовать. Не, тут есть еще ужасный осколочник, только для него 10 уровень нужен. Восемь. Выкинуть. Я щит какой-то взяла крутой, непробиваемый. Чё-то я его не могу взять. Смотри, какой прицел. Все, я взял. Все, что надо. Все, пошли. Ну почему пошли? Давай тут полазим. Ты еще не все тут пролазил? Нет, конечно. Что? Ну как это нет-то? Все, что тут подчистил. Ну я все, что на виду. Нам возвращаться надо. Так,
сказать, все, что плохо лежит, я уже сделала. Молодец. Да. На верхний этаж еще надо зайти. Наверное, тут что-то лежит. Кстати, можно старым путем не возвращаться, ты в курсе? Вот, на верхний этаж зайдешь. Пролазил там все? Тут вот какие-то штуки есть. О, а тут дальше еще есть, вон, смотри. А, ну это выход. Стоп, там скаги. Где? А вот. Ко мне иди. Ко мне иди. Ко мне Подожди, иди, говорю. Ничего ты не нашла. Иди ко мне давай. А то они сейчас, если я сейчас это по одному буду убивать, они меня сейчас убьют. Вон, смотри. Отключаем бить. Да, поближе. Еще там он один. Патроны вылетают, прикинь. Прикольно. Угу. Так, да. Чё вообще есть? А, этот раскопать можно. Так, все, дальше мы не пойдем. Подожди, мне ничего не очень нравится. Пошли, короче, сдадим это все. Херню эту. Мне придется назад к этому аппарату возвращаться. Он же нам отдал. Опять этот херовин. Тварь. Как мне нравится их убивать. Пошли. К этому столбу подходи давай. Такое может быть! Отлично. Я становлюсь еще лучше! О, теперь 9 уровня. Что у нас там с очками? А, стоп. Кто там у нас покусился? А, он опять этот хер. Походу, каждый раз, когда мы миссию выполняем. На панели наград в применнике доступны новые задания. Сзади там еще. Опять этот хер бежит. Все? Курьер взят, струя мочи преодолена. Струя мочи. Офигенно. Класс, да? Так, очко еще одно есть. Я еще на здоровье пока потрачу. Заряд щита. Струя мочи. И открой ворота бандитов. Так, нам куда надо идти-то? Ты видишь, куда нам идти надо? Ты туда куда? А, ну где-то тут рядом. Эй, поехали, дружище! Ну что, пора и по газам! Типа оружие, ракетный курьер. И чё? Что делать надо? Не, ну к этой херне создать машину. Вот. Телепорт к месту водителя, телепорт к месту стрелка. Вот это, блин, дело! Моя машинка не первая красотка на деревне, но зато разгоняется.
Ты стреляешь, да? Покатаешься, сразу поймешь, почему всем так нравится такси плюс от скутера. Ну поехали. Так, так, смотри, точно стреляй. Я даже не понимаю, как стрелять. В смысле не понимаешь? Ну тут нет ни прицела, нифига. Так, куда нам ехать-то вообще? Вот ага. Ты. Сюда, походу. Стреляй. Доехал, доехал. Так вот. Выйди, собери, что ли. Что-нибудь там. Как выйти? Е. А, у меня только передний пулемет работает. Так. Забавно. Че, перепрыгнуть, что ли, надо? Да вроде нет. Или надо? Не, походу надо перепрыгивать. Ща попробуем. Чувствую, она разобьелась нафиг. Не ссы. Там струя мочи называется. Ой, видишь, перепрыгнул даже. Струя мочи в моей машине? Ну. Эй, дружище! Когда еще раз соберешься, скажи мне! Это же круто! Переключатель ворот. Ну, видишь, а ты говоришь, сейчас через целую струю мочи переверну. Вон там хоть медпункт есть. Это все сильно. Давай вылезем, посмотрим, что тут есть. Лекарство на любой вкус. А чувак какой-то стоит. Так, щит вот тут есть. На 118, бери себе. Покупай. У меня, по-моему, круче сейчас. У меня 164. Нихера себе. Вот ты такой взяла. Ты, я даже не знаю. Так, а что за аванпост? А, типа, нам может куда-то перемещаться. Выбирай по вкусу. Пора и по газам. Тут еще раз можно машину выбрать. Так, ну все, погнали. Вон там уже стоит какой-то хер. Головорез. Их можно. Подожди, их можно отсюда отстрелять из снайперки. Ладно, поехали в машину, на машину. Залезай. Сзади еще. Все. Ты по нему проехал, ну, что ли? Ну а чё нет? Ну-ка, снести ворот надо, да? А, подожди, переключатель ворот. Сейчас я. Сюда, кажись. Подожди, там вон вкусняшечка какая-то лежит. Все, струя мочи. Вернуться к Зеду. Отлично. Возвращайся сюда. У меня для тебя кое-что есть. Смотрите, здоровье. У него для нас кое-что есть. А это кто, ты? Привет, а. Мой путник. На панели наград в Кременнике доступны новые задания. Помоги! Подожди, мне тут тоже быть решил какая-то скотина. Вот так вот им всем тварям. Что тут еще у нас есть? А ты туда что? Не залезла вот здесь. Открытый чемодан. Я там была. Ну а чё не забрала? У тебя все полное. Да, у меня все полное.
Так, давай, короче, поехали. Поехали, поехали. Вот, видишь, мы тут все открываем. Так, стоп, туда вроде нам надо. Да что ты? Водитель-то никак еще. Ты уж прям. Так, а мы тут на машинке проедем, нет? Походу нет, придется оставить. Пошли. Поговорить. У меня здоровья мало. У тебя нет аптечечки? Ну вот сейчас придешь и купишь себе. Какие проблемы? Какой ты жадный. Перекрестка по дороге к шахте. Ты встретишь парня по имени Шеп. Кувалда освежевал всех членов его семьи, а из их кожи сделал навес. Не повезло Шепу, но он парень неплохой. Будет здорово, если ты сможешь ему помочь. Я комплименты редко раздаю, но у тебя все просто отлично вышло. Увеличит количество оружия, которое можно экипировать. Во, у меня оружейный слот. Взяли. Это где ты его купил? Во, у меня теперь три вида оружия можно взять. А где его купить? А это за задание дают. А у тебя, может, тоже есть? Да, вон у тебя тоже открыто. Во, у нас теперь, у меня теперь есть... Уровень 10, чтобы использовать. Подожди-ка, у меня какой уровень? Дамский пальчик, рецидивист. Дешевый инвентарь. Ну ладно, пускай так будет. Улучшение рюкзака откроет новый слот для копировки оружия. Теперь можешь три оружия одновременно. Нормально. Так, нам нужно встретиться с Шепом Сандерсом. И где? Сейчас на машине доедем за ним. Ох ты, пух, какой ты страшный. Нормальный я мужик зато. Я тоже. Нет, ты не мужик. Ты я. В нашу мужскую. Стыдь. Так, стоп, гранатки нужны. Пойду гранатку возьму. Раз у нас бабло-то есть. Давай тратить, да. Ну а чё нет-то? Так. К пистолету надо мне патрончиков ещё. Я бы тебе тоже советовал набрать. Я уж забыл, какие у меня. Ну у тебя вон. Вот. А, указано. Палочки. Снайперки тоже надо взять. Дробашу. Пистолет, пулемет. Так. Все, отлично. Так, у нас с тобой по девятому. Пошли за тачкой. У этого человека, кувалды, есть то, что нам нужно. И вы заберете эту а ты тоже слышишь, да? Кувалда – плохой человек, который ужасно обращался с жителями Кременника. Можете с ним не церемониться. Да! Знаешь, слышали? Можно не церемониться с этим говнюком. Просто его расхерачить. Ты идешь к машине-то? Я прям лечу. Не, пока он, видишь, тут пострелял, бабло заработал. Нет, стой. Я лучше его повожу, а то я знаю, как ты выйдешь. Да ладно. Чё да ладно-то? Тебе ж понравилось. Ага, огонь вообще был. Хорошо, хоть игру прошли. А ты смотри, вон, зайди в ящик справа, видишь?
Только нагрел себе место, а ты... А я слева пойду, смотрю. Не, надо все подпирать, а херли. Мы тогда тут с тобой. Бабло, оно лишним не бывает. Все? Все, дальше тут трупачи. Не смейся. А, нам надо, короче, через эту херню, через портал пройти, походу, да? Или нет? Да ладно, дети. Да, нам через портал надо пройти. Пошли сюда. Куда прыгать-то? Вот тут портал. Так, давай аккуратнее. Тут у нас зона еще неизведанная. Так что аккуратнее. Так, ну тут пока вроде все ок. Смотри, вон кучки, видишь, подсвечиваются. Назад вернись. Вернись назад. Смотри, вон, видишь, кучка вон подсвечивается. Да, вот над там ней типа стреляют. Светлячки. Это я стрелял. Вот, смотри, светлячки, над них можно раскапывать. Да я в курсе. Вот, раскопай, короче. Почему это мне все грязно работает? Не тебе, я тебе просто говорю. Говорит, иди, раскопай. Ну и чё, покопайся в грязи, тебе полезно. Ах ты, козлина. Так, тут есть стандартный заземленный щит. Нет, это херня, а не щит. Щиты, кстати, нам тоже лучше продать, чем их с собой, я их понабрал. А, вот, погоди, тут же можно продать, я пойду продам. Тут же есть что. Кому нужно торговать? Когда есть мои машины со своими страшными иглами. Так. 118. Сейчас я все понапродаю тут. Так, тут есть что? У меня есть щит 117-18, тебе не нужен? Нет. Так, подожди, тут есть улучшение. Пистолет, патронов 400 может вмещать. Дробовик тоже. Граната 5 штук можно купить. Не могу себе позволить. А ржавый снайпер. Что, малая винтовка, штука. Снайперская винтовка. Тоже не могу себе позволить. Ну ладно. Че, пойдем потихоньку? Так. Нормально там все. А прикинь, таких этой игры уже три части вышло. То есть мы сейчас с тобой в первую играем. Уже есть вторая и третья. Ух ты, взрослый скак, иди сюда, их тут дохера. Не, давай лучше, знаешь, стой. Поднимемся, их сверху расстреляем. Туда не ходи. Поднимемся, давай сверху их расстреляем. Чё за ним спускаться туда? Блин, правда, они тут сейчас поднимутся. Или нет? Так, отлично.
Смотри, значит, они сейчас сюда придут. Вот через эту херню. Вот. Видишь, через эту трубу. Стой, короче, тут я их сейчас затравлю, а мы их с тобой прям вот отсюда будем мочить. Так, окей? Трубу. Да, сейчас я только этот дробаш возьму, достану. Место, наверное. Место пистолет. А, подожди, блин, а я же дробаш выкинул. Ну ладно. Тогда, значит, будем иметь то, что имеем. Привет, пацаны. Все, они идут. Вали, вали его. Меня убили. У них чуть-чуть азма осталось. Они плюют с этой херней. Валим, валим его. Один остался. Не, ни хера не один. Давай, вали, вали его. Помогай валить. Развалили. А как продать патроны, которые вот не нужны? А ты их, наверное, не продашь. Да, продать патроны нельзя. Блин, они еще ходят там. Двое. Нет, не двое, трое. Сейчас там один стоит. Я его сейчас добью. Так. Отлично, готов. Там еще один остался. Блин, да откуда вас стопнут дохера-то? Идут. Через трубу идут. Похоже, мы их так никогда не добьем.
Все, все отлично. Все, они закончились. Блин, сколько их дохера-то было, капец. Ты хочешь еще раз. Угу. Так, ну все вроде. Как у тебя там сядет? Ты что делаешь? А я не знаю, что это такое. Не надо так делать. Надо было вон туда нужно было стрельнуть, и они взорвались. Возможно. Стой, там вон есть кучка. Куча говна. Стоп, тут что-то еще есть. Еще одни. Нихера себе, безбашенный караскахта, смотри. Ты гля какой, я с ним не хочу связываться. Он 13 уровня. Ты видишь? У меня жизни нет нифига. Да, у меня тоже их нет. Стоп, а тут вот есть подняться. Видишь, где я поднялся? Может, их можно обойти как-нибудь? Не связывайся с ним, давай их обойдем. Так, зато я тут пацанов нашел. На Е подходи, давай, во, отлично. По тем, главное, не бей, по этим скрагам, давай, или как он там. Так, подходи. Стоп, у меня есть, это, подожди пока, у меня есть очко. Щит возьму. Я сдох. Качок 13. Да черт возьми. Да. Чё-то, блин, какие-то мы лохи тут. Купи аптечку, не пожалеешь. Легкий лечебный набор, мало лечебный набор. Я лучше легкий сразу возьму. Так, взяли. Теперь патроны. Так, ракеты, гранаты у нас нет. Так, патроны, пистолет, пулемет. Я могу тебе дать денег дать. Да я вроде купил. Так. А почему ты 10, а я 9? Потому что играть надо лучше, стрелять больше. Ах ты, галерняка-то какая. Ну а как ты хотел-то? Я так не хотел. Только так. А где показывается, когда уровень повысится? Вот я теперь могу ужасный осколочник. Где-то здесь в прогрессе должен быть.
ужасный осколочек или не ужасный осколочек? А у меня нет этот как длинный снайпер 67 минут. 67. Так, ладно, давай, погнали. Нам надо валить этих говнюков всех. Я не знаю, с тем зеленым стоит связываться или нет. У него там свита такая, что капец. Ну, на 40 минут чуть-чуть. Надо бы это... натравить одних на других. Так я, правда, не знаю как. Блин, ну не знаю, мы его не завалим, скорее всего. Он здоровый, смотри какой. А он восстанавливает, нет? Нет, ну видишь, у него наведение, видишь, у него щита нет. Ну давай попробуем его развалить отсюда, пока он до нас добежит. Назад, назад, уходим, быстро уходим. Уходим. Гранатка, закидываю его. Еще гранатку, во. Гранатки есть еще? Ух ты, нихера себе. Готов. Подняла себе еще? Нет. Фух. Вот это вот тварь, а? Угу. Лечиться надо. Так. Так, в общем, дорогие друзья, нам вынужден пораньше закончить. Ну вот, всем спасибо, кто смотрел. Обязательно подписываемся на канал, ставим лайки, продолжение обязательно будет. Продолжение прохождения Borderlands обязательно будет. Все, всем пока.